задержан с поличным. Эту операцию оперативники главка и сотрудники Следственного комитета провели совместно с СОБРом и коллегами из Москвы. Герой истории – вот этот мужчина. Конкурсный управляющий ООО «Совхоз Рабочий». Предприятие – банкрот. После проведенных торгов имущество совхоза, это техника и помещение, должно было быть реализовано. Право купить фигурант продал за 2 миллиона 90 тысяч рублей. Это уголовная статья «Коммерческий подкуп». Ну, я еще раз говорю, я буду разговаривать в присутствии адвоката. Пояснять. После задержанного все же удалось разговорить. С ним, значит, поговорили с ним, сразу все это оговаривалось. Если он сотрудничает со следствием, рассказывает все обстоятельства произошедшего, признается во всем, то, соответственно, меры пресечения могут быть не связаны с лишением свободы. Значит, на следующий день он был допрошен. В ходе допроса он дал признательные показания, признал, что действительно получил эти деньги в виде коммерческого подкупа. Мера пресечения – домашний арест сроком на один месяц. Сейчас полицейские проверяют остальные компании, к которым имел отношение задержанный. По нашим сведениям, таких организаций, где он проводил конкурсные управления, у нас насчитывается более 10 фирм. Не исключено, что эпизодность по данным фактам у данного гражданина будет повторяться. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 12 лет лишения свободы. 59 преступлений за сутки, 38 раскрыто по горячим следам. Так полицейским удалось задержать крупную партию наркотиков. 3 февраля около 4 часов утра возле одного из домов по улице Краснодонской экипажем отдела вневедомственной охраны был задержан житель одной из азиатских республик 1970 года рождения, который находился в городе Самаре без регистрации, нигде не работал. При наружном досмотре у задержанного изъят порошок белого цвета в количестве 1 килограмма 224 грамм. Как показала экспертиза, изъятое вещество – героин. Сейчас оперативники выясняют, где и для каких целей мужчина приобрел наркотик. 11 пожаров в области, 7 из них в жилом секторе. В поселке Культура Волжского района горели надворные постройки и автомобиль «Волга», который находился во дворе частного дома. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. К месту пожара прибыли 8 человек личного состава, 2 единицы основной пожарной техники. При проведении работ по ликвидации пожара было обнаружено тело погибшей женщины 1973 года рождения. Данный пожар был локализован в 23 часа 13 минут и ликвидирован в 23 часа 40 минут. Причины гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.